Ариша пошел плавать. Сегодня первый день в Китае. Вода ничего так. Сначала освежает, а потом вроде и нормально. А то говорят, что холодно в январе. На улице жара стоит. Кричит хорошо. Маска дома лежит в отеле. Там китайцев на той стороне моря. Мы оттуда сейчас ушли. Нашли тут пляжик такой, хоть считай, что никого нет на этом пляжике. А на общественном невозможно. Китайцев, как я не знаю, пчелиный рой на том пляже. Да, за забором пляж вообще тоже пустынный. Ариша пошел приключения искать. Ну, стоишь в воде, тепленькая вода.